Так, значит, сейчас, собственно, ночную смену на работу выйти, так, где моя тачка. Ага. Сажусь, так. Раз, два, три, четыре. Блин, вот почему людям не терпится? Нужно... Все машины заняты, один я как будто не сплю. Значит, мне нужно выезжать, отвозить всех по разным точкам. Просто пиздец какой-то, сейчас, блядь, покажу вам русский дрифт. По бездорожью. Давай, поехали, так. Ну что вы все спите-то, а? Хорошо, хоть пробок нет на МКАДе, а то я бы сейчас вообще застрелился бы тут. Так. Давай, так, все. Чуваки, я с вами. Главное не покосать тачку. Прошлый ремонт обошелся мне в 400 баксов. Это просто пиздец какой-то. Какой-то мудак поставил машину прямо посреди улицы. Мне пришлось объезжать, и, естественно, я ее зацепил на такой скорости. У меня просто две скорости, как у запорожца. Первая и вторая. Так. Ну ладно. Товарищи. Повандовались, так, начнем работу. Где наши клиенты? Сука, мужик, ты поаккуратнее тут. Так. О! Чувак, я тебя знаю. Давай, поехали. Куда тебе надо? Блин, ну что так далеко-то, а? Ты еще дальше не мог место выбрать? Так, аккуратненько, не покоцать машину, всех повезем. Блядь, ты что ж с капканов-то понаставили сейчас, суки? Так, все, свободен. Следующий, так, ищем. Блин. О! Баскетболист, иди сюда. А, вот, чуваки с битами, ненавижу вас, ненавижу, так, ладно, чуваки, я промахнулся, кажись. Да ёб, я же сказал, капканов понаставили. Так, чувак, мы с тобой не той дорогой поехали, ладно, неважно, блин. Ну вот, я покосил машину, еще 400 баксов сраку, ладно, уж надо добить, раз такая фигня. Так, значит, отвозим тебя. Я думаю, заработать у них хотя бы штуку баксов, и нормально, можно по домам идти. Так. Проезжаем коротеньким путем. Дай твою мать, еще один баскетболист. Ну хуй с тобой. Лежи, отдыхай, товарищ. Где моя вторая скорость? Вот она. Блин. Так. Отличненько. И мы подъезжаем сюда. Я опять тормознулся, ну ладно. Все, свободен. Еще один. Ну ладно, третий. Блин, да задолбали уже на меня наезжать. И так уже машина потоптанная. Так, девушка, я где-то видел, ладно. А телефончик девушке не дадите, ладно, все. Свободен, понимаю, да, включаю свою вторую сраную скорость. Гоню. Ёп! Да что ж так заносит-то? Ладно. Дорогу недавно меняли уже. Строители хреново, блин, приехали отсюда, непонятно откуда. Ни хрена не умеют, естественно. Я лучше всех них где-то дорогу положу. Вот колдобины, кочки, у меня машина уже вся покосана. Блин, и... Эти же сраные строители перекрыли мост, ладно. Довожу, еду домой, я уже устал. Уже пора спать, уже час ночи. Просто жесть какая-то. Так, тормознули. Эй, чувака зацепил, ну ладно, что с собой, все. Хватит, я устал, пошли все нахуй. Ничего сегодня пошабашил так. Нормальненько, все четко. По-пацански. Давай, блять. Да что же вы из угла себя скатываете? Ладно, 500 баксов. Уже пол зарплаты в жопу просто, ну ладно. Я же таксист, а не... Не знаю. Не Боря Моисей. У меня он бы застрелился, если бы у него столько осталось, ладно. Так, ладно, все. Жопу, машину завтра отремонтирую. Я пошел спать. Все, всем спокойной ночи. Пока, уроды. Ну, о, табличку повесить, отлично. Все, давайте, поехали.